Солома, она, ну с чем ее сравнить? Она вот здесь она с двух сторон обвернута штукатуркой глиняной. Она там вечно просто будет стоять. Солома не любая используется, есть ржаная солома. Это самая крепкая солома, и это единственная солома, которая очень сильно не любит животные, и грызуны в том числе. Влажность держит, микроклимат хороший, и зимой тепло, летом прохладно, не надо ни увлажнителей, ни кондиционеры, стены дышащие, дом дышащий.